Всем привет! В горах тучки, а сегодня дневной у нас будет на пляже. Ну блин, солнышко, ты что спряталась-то? На пляже Свирский. Я, естественно, сейчас прогуляюсь, сниму про него ролик. Но дневной будет коротенький именно здесь, вот в этом месте, в районе технической зоны. Что вам сказать? Вы уже знаете, что весь день лил дождик, точнее всю ночь лил дождик, утром тоже немножечко так моросил. Сейчас вот ближе к обеду уже, ну еще не обед, еще ближе к обеду, даже солнышко выходит. Море, в принципе, спокойное относительно, хотя глядя на вот эти вот брызги, которые оно создает, ударяясь об волнорезы, может показаться, что вообще неспокойное. На самом деле, так, умеренное, купаться можно, плавать можно. Купающиеся на пляже есть, знаете, сейчас такой период, когда непонятно, как по моде одеваться. Кто-то вон в плавочках там, на купальнике, кто-то плавает вообще в воде, а кто-то в курточках, уже таких осенних, серьезно, пододелся и джинсах. Так что тут не угадаешь. Но море красивое, брызги тоже симпатичные. Когда будет большой шторм, конечно, здесь будет еще красивее. Вот такая вот, скажем так, непонятная погодка и обстановочка сегодня в Лазаревском. Не знаю, что будет ближе к вечеру. Но по слухам, опять же, никакой информации достоверно у меня нету. Возможно, с понедельника, точнее, вроде как будет возвращаться лето. Чуть ли не до плюс 30, но опять же, повторюсь, что я не гарантирую, это всего лишь слухи, не более того. Все будем отражать по факту. Ну, всем доброго дня, привет со Свирского, ждите, будет когда-нибудь попозже ролик, а я его пока пойду сейчас сниму.